Представитель ставки, маршал Жуков. Ну, конфронта. Докладывай, почему сдал Житомир. Донесение в ставку, Георгий Константинович, я писал собственноручно. Сталин хвалит твой почерк. Очень. Но что с житомирскими дивизиями? Черняховский их вытянул из котла. На юге против Москаленко и Рыбалка танковых дивизий противника больше, чем их было против всего моего фронта на Курской дуге. Один ты воюешь против всей Германии. Что думаешь дальше делать, командующий? Не позднее часа сдать Брусилов. Там у меня создан противотанковый заслон вдоль Житомирского шоссе. Рисковый ты мужик, командующий. Рисковый. А ну-ка, пойдем прогуляемся. Ух ты, вот это да. Георгий Константинович, я не Гамлет. Быть или не быть, для командующего фронтом вопрос необсуждаемый. Это решит ставка. Но я глубоко убежден, промедли я хоть час, и войска мои уже сидели бы в ловушке. В данном случае ты прав. Но в общем, ты даже не представляешь, Николай Федорович, как нам нужен успех на правобережье. Верховный в ближайшие дни вылетает в Тегеран на совещание глав союзных держав. А ты города сдаешь. Вот так.